Грибочки-боровички. Ингредиенты. Вареные яйца, баночка печени трески. Можно и шпроты использовать запросто, но с печенью нежнее получается. Майонеза чуть-чуть, где-то 1 чайную ложку. Зелень для украшения. Приготовление. Итак, берем вареные яйца и разрезаем их так, чтобы получилось 2 части. 2/3 тонкая часть и 1/3 более толстая часть. Меньшая часть – это будет шляпка нашего гриба. Большая ножка. Вынимаем из половинок яичный желток в отдельную мисочку. Далее делаем крепкий чай и кидаем туда наши шляпки и даем им покипеть в заварке минут 10-15. Чай придаст нашим шляпкам коричневый цвет. На вкус это никак не повлияет. Пока шляпки коричневеют, займемся начинкой. Для этого добавляем к желткам печень, трески и майонез. Все перемешиваем с помощью вилки. Затем фаршируем наши ножки. Если от желтка осталось маленькое отверстие, то можно аккуратно ножом увеличить его. Наши грибочки готовы.